Всем привет, ребята, с вами Вархаммер, это новый выпуск Vacation. Продолжаем смотреть записи плеев в Overwatch. Пытаемся выявить читеров. Так, Саспект у нас играет с Глоком, Диглом. Это был вроде экраунд, да. 2-1 пацана, но ничего такого не было замечено мной пока. И довольно рано его зарепортили, только третий раунд туда отыграли. Ну да ладно. Смотрим, выходит на лонг. Поджимает коробу, слышит на шарте пацана. И идет поджимать. И сейчас это очень неплохо так выйдет. Она мне снул траву, уже тиммейт. Отлично. Но проблема в том, что теры пусть и заняли плента, но бомба у них возле Титаника. То есть, крышки сейчас думают, что это уже А. Так, чекает Тера, видит его голову, простреливает, но не убивает. Ну и раунд проиграл, окей. Кто-то из КТшников закупился зачем-то. Наш подозреваемый купил только Дигл. Хоть чекать. Так, что? А не ВХшник ли ты, пацан, часом? Что это за... Этакие префайры были. Ну-ка, ну-ка. Так, по нему свой долбанул. Довольно интересно. Так. Идет в мидл. Будет стрелять. Стреляет точно в модельку. Но не попадает. Так. Второй. Серьезно, братан? О, ну, ребят, все ясно. Просто пацана сгорело, что он проигрывает 0-5, и он подрубает ВХ. Собственно, тупо стреляет через смок. Зачем? Смоков для нас не существует, и стен тоже. Блядь, пацана прострелом на Зиге в голову. Идет на шорт, потому что знает, что там Тер. И попадает, потому что кривой. Боже, как же он трясет прицелом туда-сюда. Ну и выигрывает первый раунд. Ну, по сути, если честно, эту запись можно уже спокойно перематывать на самый конец и ставить то, что у него есть ВХ в этом листе. Потому что пацан тупо стреляет через смок, точно в модельке, вот сейчас снова будет стрелять. Так, он идет Тер, прыгает, префайром дает в голову. Отлично. То есть, меня больше всего удивил тот раунд, когда он, где-то это был, да, 5-й раунд, когда он начал просто заранее стрелять через диглом. Меня это уже насторожило, но когда он взял АВП и начал стрелять через смок в людей, это уже все это клиникал, пацана просто. У меня вот таким людям вопрос, смысл того, что ты вот выиграешь так игру. Ну, что это было, братан? Что это? Боже мой. У меня вопрос с таким читером. Смысл о том, что вот вы так выиграете. Во-первых, вам вакбан спокойно дадут. Потому что патрулей это все спокойно палит. Он знает, что пацан идет с темки, ждет его. Ну давай, выстрели уже через стенку, Савика, блин, господи, что ты. Вот честно, уже на этом месте пацан может не палиться, он уже спалился. Дает префайр, естественно, берет калаш. Знаешь, что ласт на А. Идет по Зигу. Ну, окей, он его слышал. Да, трое смог с Тера. Типа делает вид, что он не знает, где КТшник, Тер. Но... Честно, вот... Строить из себя актера, ну, это такой себе вариант. Ты уже спалился, так уж палить дальше, господи. Вот. Что стрелял одного, что стрелял оба второго. Просто жопу. Жопу руки у них растут у обоих. Причем у тебя побольше, он мне вообще не попал. Ладно. Кого ты в этот раз убьешь через смок? Ну-ка. А, там тебя же тут по-другому сейчас расстреляют. Ладно. Я не вижу смотреть даже... Продолжать смотреть эту запись, потому что здесь все и так ясно. Промотаем на самый конец. И актера, что типа, пацаны, у меня нет ВХ. Честно-честно.
Так, помощь обнаружения точно есть. Ну, во имя нет, потому что ну, это просто трындец, как он стреляет. На, держи, братан. Вакбам. Ну что ж, ребят, спасибо, что смотрели. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и никогда не играйте читами. Пока-пока и до скорой встречи.